Привет, друзья! Минобороны России показала работу новейшего комплекса оперативно-тактического действия РЭБ «Палантин-К» на Украине. Комплекс «Палантин» в 2-3 раза превосходит по возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и не имеет аналогов в мире по своим боевым возможностям. Точные характеристики комплекса засекречены. Комплекс «Палантин» является мобильным комплексом радиоэлектронной борьбы. Комплекс предназначен для радиоразведки и радиоэлектронного подавления систем связи противника, а также каналов управления беспилотных летательных аппаратов и обнаружения базовой станции сотовой связи. С помощью комплекса засекаем канал управления беспилотного летательного аппарата, ставим помеху, чтобы оператор не мог управлять данным средством. Также обнаруживаем в ходе, когда источники начинают между собой вести диалог, обнаруживаем их и далее уже передаем координаты по команде. Мы можем заглушить сотовую связь и тактический интернет. Мы работаем точечно, то есть обнаружили сигнал, сигнал подавляется. Обнаружен канал управления беспилотным летательным аппаратом. При обнаружении включаем подавление источника. Вот. В данный момент показывает, что пошел сигнал и источник давится. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.